Более 1600 мясных предприятий и торговых объектов подключили к сервису проверки мяса через QR-код. Пилотный проект Минсельхоза работает во всех регионах страны. Сканирование покажет полный пакет документов о сертификации, лабораторных исследованиях и экспертизах. Отсканировать его можно будет прямо с прилавка. А вот отслеживать путь товара до магазина при этом смогут не только покупатели, но и контролирующие службы. Аида Иманали с подробностями. Минсельхоз представил новый проект, направленный на обеспечение полной прослеживаемости животноводческой продукции от фермы до стола. Цель – предотвращение убоя животных без проведения ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов. Новая система позволит обеспечить высокий уровень контроля и прозрачности на всех этапах производства и реализации мясной продукции. Теперь проверить безопасность мяса при его покупке можно, не спрашивая продавца, с помощью QR-кода, указанного на прилавке. Для этого достаточно навести камеру смартфона на двумерный штрих-код, где после сканирования на экране телефона появится вся необходимая информация о продукте. На объекте убоя животные проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. Ветврачи осматривают каждое животное и проводят необходимые лабораторные исследования. После экспертизы выдается акт, подтверждающий пригодность туш к употреблению. Все данные фиксируются в системе. После завершения экспертизы и подтверждения качества мяса каждому продукту присваивается уникальный QR-код. Каждый наш день начинается с завоза мяса из регионов. Сегодняшнее привезли из Сайрамского района Туркестанской области. После акта мы фиксируем все в системе, которая позволяет отслеживать любые отклонения и оперативно реагировать на потенциальные проблемы, обеспечивая безопасность и качество продукции. Проект уже внедрен во всех регионах и городах республиканского значения. К нему подключены свыше 1500 объектов убоя, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и торговые объекты. А в системе зарегистрировано свыше 1000 ветеринарных врачей и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. Государственные ветеринарные инспектора, которые закреплены за рынком, они открывают эту систему, прежде проверяют мясо, документы, проводят документарный осмотр. Эта система, она оцифровывает процесс проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и для реализации уже на рынках. Внедрение системы полной прослеживаемости животноводческой продукции – важный шаг в развитии сельского хозяйства и обеспечении безопасности потребителей. Все эти меры позволят гарантировать высокое качество и безопасность мясной продукции на каждом этапе ее производства и реализации. Аида Иманали, Лишер Медзе, телеканал Алматы.